Швейцария на связи. Это хейт. Нет, Скорпион, я же знаю Сергея, уже не первый год. Оба хороши. Ну это да, этот мог в эфир вообще закрыть. Нафиг этот эфир, да? Может, она просто внимания хочет, а он в эфирах этих сидит и днем, и ночью. Что, Петькина дочь? Что такое? Что случилось? Чем помочь? О чем речь? О любви. Да, кто знает, да. С 15 лет устал бедала. Сашкин сын пришел. Привет, Сашкин сын. Значит, ты туда попал. Ну, наверное. Не знаю. Не знаю. У меня скоро телефон сядет, получается. Уже надо будет выходить. Уже не буду на зарядку ставить. Делами заниматься уже, блин, уже после пол первого. Да, вы все попали туда, куда надо, и сидите уже часами, и не можете от меня уйти. Хотя, в принципе, я здесь ничего такого не делаю, ничего такого не говорю. Ай, боже, как прекрасно. Доброе утро. Ну, не уверен, что туда... Это все ты, действительно. Просто вы красивая. Ну, да. Я уже про красивое уже. Ай, все, не могу. Влад, привет, как дела? Ты че заходишь, не здороваешься со мной? Заходит, не здоровается. Друг называется, правда? Ладно, хорошего дня. Спасибо, Алекс. Спасибо большое. Боже, я не могу проснуться еще. Что будем делать, чтобы проснуться? Надо заниматься делами, начинать. Я француз, люблю тебя. Боже, какие страшные слова. Сергей, спасибо за кофе. Я уже выпила кофе час назад. Мне сердце станет, у меня и так оно пошаливает. Шалит и так сердце. А если буду кофе пить еще каждый... Танцевали, хватит. Привет. Перерыва танцев. Реклама. Была рекламная пауза. Боже мой, как ты прекрасна. Александр, тут же все, знаешь, как пишет. Знаете, что я заметила? Очень много за последние, знаете, наверное, года два года, знаете, что я заметила? То, что вот девочек, например, у меня намного больше, реклама прям зашкаливает, девочек у меня намного больше друзья, да, вот, лично общаюсь, не то, что в ТикТоке, лично общаюсь с кем, да, вот друзья, свои подруги, вот это вот. Знаете, что я заметила? То, что пацаны, вот вы говорите француз, да, хитрый вы типа, в основном мужской пол,
не все, не буду говорить про всех, не буду, просто мне так попадается, попалось, ну, вообще попадает. То, что они сами себе придумали жизнь лучше намного, чем она есть у их, да, сами себе придумали, сами себе в это верят и сами себе еще заставляют верить других, да, кто вокруг. И вот, например, у девочек, у меня ни одной девочки такие не попадались, а вот пацаны, если честно, через одного. Так что вот здесь вот, что они там пишут, француз, Германия, так мне плевать, пускай там хоть, я не знаю, откуда, хоть с какого-нибудь там, не знаю, острова. Пусть его чисто. И, короче, вот, я не буду тут никого обижать, там оскорблять, нет, просто я и говорила именно в моей ситуации, в моей жизненной. У меня даже мой бывший, с которым я жила какое-то время, да, тут смотри, пробка стоит, с которым я жила какое-то время, даже он вот такой, понимаете? И он...